Без замечаний искитимцев стройка не обходится, рассказывает Максим Колесниченко. Каждый день люди подходят к нему и объясняют, как правильно нужно прокладывать дорогу, где она должна пойти. Одни советуют убрать мешающие деревья, другие ругают, что выкорчевали сухостой. Так или иначе, существует проект, отвечает главный инженер. По нему и работают. Сейчас уже помимо направления работ уже установлены бордюры 90% от общей протяженности всех дорожек. Идет подготовка основания под укладку асфальтового покрытия. Также сейчас идет подготовка подбеговые дорожки, укладка направления, срезка грунта. И отдельно сейчас идет работы по разбивке трассы по правому участку от остановочной платформы. Прокладка направления – дело непростое. Этим занимается спецтехника, в названии которой мелькает что-то кошачье. Мобильность в этом деле очень важна. Маневрировать приходится между деревьев, их нужно сохранить. Чтобы нам не вырезать деревья, уже которые здесь стоят, не портить именно зеленую часть, приходится маленько где-то уходить в сторону. Порывистый ветер добавил хлопот. Придется убирать сломанные ветки. Пока шли дожди, работы с грунтом не велись. Сейчас возобновились. Асфальтирование дорожек проведут в последний момент, когда завершат работы по засыпке и озеленению, чтобы техника не смогла повредить свежее покрытие.